Так, всем привет, ребята. Что ж, мы сейчас пойдемте, ребята, отдавать. Ребята. Огнемет. Пойдемте, ребята, отдадим. Огнеметик. Прапору. Сейчас. Так, вот тут у нас никто нигде ничего никак. Так, ребята, у нас лунная ночь. О, как луна светит, блин, пацаны. Даже можно и фонарь выключить. Как днем светло, ребята, так. Так, ребята. Мы тут трошки прибарахлились. У нас тут имеется, ребята, пару оружия хорошего, снаряжение такое, что пойдет, ребята. Так, вот эти аномалии, бляски. Так нравится. Так, ребята. У нас автомат, пулемет Калашникова РПК-74, ребята. На 45 патронов в рожке. Так, эти аномалии такие злоебучие, ребята. Так. Так. Капец. Везде эти аномалии. Так, покажем ствол. Возьмем вот этот болтец. Есть такая, блять, вон, видите, ребята, нормально. Надо только с помощью болтов, блять. Все, вроде, ребята, мы пришли. У нас так, ну что, сейчас мы будем отдавать огнеметик. Вот это крутим свет. Что это такое? Что? Я бегу, бегу. Что такое, пацик? Батя бегает. Так, ребята, тут, блядь, был маленький замес. Ебать, он бегает, пацаны. Чувак, что это такое? Капец, так, пацаны. Так, ладно. Что ж, пацаны, давайте пообщаемся с прапором. Прапорщик, так. Сталкер, ну, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Я принес огнемет. Опа, нам дали вспышку, ребята. Да, откуда я смотрелся к бармену. Так, да, походи как-нибудь, посадим, выпьем по рюмке чая. Будем время обязательно. Так, ребята. Сейчас нам дали. Вот там, блин. Там пацаки, блять, замес. Только что, пацаны, запалили, пацаны. Блять, что там такое, пацаны? Что за кипиш, блять? Так, ладно, ребята, нам нужно что-то нам дали. Так, нам дал. Так, у нас, пацаны, комбинезон свободовцы. Где взял, пацаны, сюрприз. Секреты говорить не будем, где взял. Так, ребята. Использовать. Вот наша вспышка. Есть. Сохранимся. Так, пацаны, поспать, блять, нам бы. Поспать бы так. Ничего не, блять, поспать бы нам бы. Так, блять, у меня есть, сука, ебаный, ребята, этот мешок, сука, а с ним хуй поспишь. Тут и крыса, блять. А где нахуй сюда? Маленькая, сука, крыса.
Сейчас, ребята. Тут-то никто не погиб со сталкером. Так, нет, никто не хочет с нами общаться. Ящик тут, я понял, это что-то я хавал, пацаны. А, тут уже нету ни хера. Так. Поговорим, пацанчик. Предмеченный, как здоровье. Благодарствую, не жалуюсь. Завидуй мне, вы так. Могу сделать что-нибудь. Есть работа? Сейчас не нужно нам ничего. До встречи. Так. Здравствуй. Можно на пару слов? Чего? Ты помнишь что-нибудь из детства? Так, ладно, не надо. Холодновато что-то. Сквозняк, что ли? Да, да, сквозняк, пацаны. Сквозняк может быть. Так, пацаны, пошлите проверим. Там где-то должен быть штришок один. Эти, блядские, выпили бы этих кабанов. От них, сука, сифон, как от этого реактора, блядь. Там должен быть какой-то штрих. Так, ребята, ну что ж, пошлите проверим. Говорю, там какой-то типок, спасти его можно. Так. Эти аномалии, они так мне кумарят. Кстати, у нас костюм, ребята, с противогазом. Какой-то штрих, ребята. Как это где-то воюет? А где воюет? Что тут за мочилово было? Где кто, психи, кого, еще как? Собак кто-то перебил. А что дальше, бля? Что ты тут? Что стрелял кто-то, бля? Да, скукота. Что за черт? Затекла, что ли? Черт! Ну хоть бы случилось бы уже чего. Ну невозможно же. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Кишки да, да. Ладно, пошлите назад. Мясо такой здоровый, что прям свертела. Скворчач. Собака. Что-то тут никого. Должен быть какой-то чувачок, его надо спасти. А если тут никого, пацаны... Ну, пацаны, пошел, пацаны, я дальше. Иди, это похоже. Я буду двигаться, ребята, в сторону. Так. Если бы уроды всякие не мешались. Все, мы поспали. Может, сон уже не вычистили бы это с самого донышка. Видите, в сторону агропрома буду двигаться, ребята. Нам еще нужно найти какого-то Серегу. Не знаю, чи найдем, мы, чи нет. Может, он уже погиб, пацаны. Я этого не знаю. Это зона, блин. Перезарядимся. Опа, псина, псина. Все, она уже нам не страшна. Да, блядь, заебал этот сука.
эти аномалии, бляски. Или, сука, не видно нихуя, блядь. Будем идти с помощью болтов, блядь. Это время за скрытие сильно не подбегаешь. Распишку, у нас есть пару артов, ничем потом мы наменяем себе патронов. Потом у нас походу ствол и нормально все полагается. Так, ребята, что же, блин, вот мы добираемся. Давайте тогда сохранимся. Вот такой. Эдди Клоп, дорого пути тебе меченый. Привет, Батиста, как жизнь? Никаких нервов не хватает, лезу. Сбрось бар, давай расслабимся немного. Все не тянет, смотри сам. Так. Ты что за теплок? Ага. Про заказ знаешь что-нибудь? Да вот, посылка спросил тебя, скажу всякий, что... Бился из зоны, да, легенда потом, что лопух по саду, помнишь, когда прижил, выжил. Легенда, наверное, по ссылке уже так. Мужик, так теперь зону проверяет легенду. Смотрите. Так, там, блин, бандюканы. Сейчас мы бандюканы это порешаем. Нам резать надо. Начнем отсюда, ребята, их порешать. Там мутанта хватает. Ребята, так. Так. Так, ребята, ну-ка. Так, у нас есть пушечка помощнее. Такая пушечка у нас, ребята, имеется. Где там этот стрих? Заныкался, сука. Да, вас рисовали, блин. Этой куколкой, блять, позарился, братишка. Там еще радиация, блять. Иди сюда, пацан. Упал сразу, бля, кровотечение, сука, ты шаг. Так, ребята, ну что ж. Тут могут... Должны, ребята, заспауниться. Да, хрена мутанта. Thank you.
тут куча мутантов. Так, пацаны, мы где-то быстро не бежим. Так, надо спавниться. Сейчас будем спавниться мутанты, ребята. Начинаем тут обыскать. Тут надо ребята обыскать. Что он там воюет? Положено. Так, ребята, делаем так. Сейчас мы нам сразу, пацаны, патрончиками-то принести. Произносило у нас, ребята. Что, больше нету никаких, сука, сюрпризов не будет. Опа. Есть. Перебись. Сейчас, пацаны. Пользуем. Есть. Не то достал. Блять, не то нажал, пацаны. Плоскость мутанта. Я тебя вперед поплыл. Ну что ж, тут еще ребята трупчик был. Сюда проверим. И сюда штрих проверим. Аптечка. О, это... Ахана. Ахана, мы подвели, пацаны. Так. Еще трупы есть. Тут еще есть. Мародерство, ребята, не отменяли. Мародерство. Тут еще трупы есть.
Главное, чтобы нас жадность не погубила, да, пацаны? То есть жадность... Я говорил, блядь. Сука. Жадность, блядь. Возял чуть хабара, текай, блядь. Нет, еще надо взять хабара, блядь. Ну шо вы, суки. Мы вас обыщем. Хвосты у вас имеются? Нету, блин. Синий, блядь. Вот это мы этого тела обыскали. Нас путь теперь на агропром, ребят. Тут мы трошки подживились. Здоровье нам там будет. У нас есть аптечка. Сейчас я, ребята, ее. Так. Где она, эта аптечка? Используем ее. Нам поправить наше здоровье. Ребята, все. Ну что, ребята, все. Мы огнемет отдали. Немножко хабара собрали. А теперь, ребята, будем идти. Ребята, назад. Назад, а вперед, ребят, идем, пацаны, теперь на агропром. Нас там нужно мазь отдать. И еще, ребята, документы стырить надо. И узнать о стрелке. Ну что, все, ребята, все. То, ребята, увидимся уже, ребята, на агропроме. С вами был Тоха 1979, ребята. 2004, мы, ребята, уже увидимся на агропроме. Всем пока.